Такое состояние расстроило его силы. И самым ужасным мучением было для него то, что, наконец, сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средства восстановить сон. Для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шали, который всегда почти, когда не встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его, сидя на диване и поджавшие под себя ноги. «На что тебе опиум?» – спросил он его. Пискарев рассказал ему про свою бессонницу. «Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу, чтобы хорошая была красавица, чтобы брови были черные и очи большие, как маслины, а я сам, чтобы лежал возле нее и курил трубку. Слышишь, чтобы хорошая была, чтобы была красавица». Пискарев обещал все. Персианин на минуту вышел и возвратился с баночкой, наполненной темной жидкостью. Бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше, как по 7 капель в воде. С жадностью схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой. Пришедший домой, он отлил несколько капель в стакан с водой и проглотил, завалился спать.